Химках стартовал первый этап областной премии «Наше Подмосковье». Конкурс социальных проектов проводит уже 6 лет по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Сейчас полным ходом идет прием заявок. Самое главное, что ваш проект должен быть вашей инициативой гражданской. То есть это не должно быть какое-то, хоть и доброе дело, но реализовано в рамках работы, например, и уж тем более за счет средств бюджета. Это, как правило, то, что человек делает свободно от работы время и за свои средства или с помощью привлечения спонсоров. Такими принципами руководствовался Альберт Багдасарян, лауреат премии прошлого года. Многодетный отец сначала сделал в детском саду своего сына бесплатный кружок единоборств. Нашел тренеров, организовал занятия, все за свои средства. Дети занимались бесплатно. Полученную премию Альберт потратил на оборудование для занятий. Сейчас проект набрал обороты. Сейчас уже проект представляет для себя развитие спорта у нас в городе, именно направление греко-римская вольная борьба, который олимпийский вид спорта. А сейчас я себе задачу поставил создать на каждой весовой категории одного чемпиона, который будет представлять именно наш город в других соревнованиях. То есть хочу команду создать. Принять участие в конкурсе может любой житель Подмосковья старше 18 лет. Для этого нужно сформулировать цели, задачи, финансовые и временные затраты. После выложить на сайт нашеподмосковье.рф. Заявки принимают до 4 августа. Итоги подведут осенью. Ксения Брагина, Андрей Корнилов, служба новостей.